Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Светлана Филатова, рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня вас ждет обещанный разбор фильма, который выпустила на своем канале Наталья Грейс, она же Булычева-Самохина, в поддержку как бы родителей Бишимбаева, а также в поддержку версии о том, что он сделал непредумышленное убийство и так далее, и прочие манипуляции, которыми просто кишит этот фильм. И поэтому я решила вам показать эти манипуляции, которые были сделаны просто настолько топорно, настолько грубо и мерзко, что пройти мимо этого я посчитала, что я не смогу. Поэтому я отложила все свои дела и подготовила вам этот разбор. Ну что же, давайте не будем тянуть, как говорится, ничего ни за что, и приступим сразу к фрагментам, да. И для начала немножечко хотелось бы подойти с юмором к этому вопросу и посмотреть на чувство собственной важности, которое усиленно перед нами раздувает автор этого фильма Наталья Булычева-Самохина, она же Грейс. Так вот, она изо всех сил пытается нам показать свою важность, в то время как это выглядит смешно. Знаете, как если бы понты светились, это над Москвой были бы белые ночи. Вот сейчас давайте посмотрим, как понты автора фильма светятся просто. Я включаю первый фрагмент. Так, сейчас. Я пошла в судебное заседание, мне удалось туда пройти, договориться, чтобы прошел туда и оператор. Ой, смотрите, как она усиленно показывает, какая я важная, влиятельная, что я решаю, разруливаю все вопросы. Я даже за оператора договорилась, да, поднимает брови, акцентирует, такие паузы многозначительные. Оцените меня, какая я классная, крутая, замечательная. Да. И сейчас... И вчера я нашла возможность связаться с отцом Куандыка. Ну вот мы на суде по делу Бишимбаева. Надо сказать, что процесс максимально открытый, потому что если на некоторые российские суды просто не прорваться журналистам или процессы специально закрывают, то здесь, очевидно, дело максимально открыто. Нас специально встретили, провели первыми. Вот мы пока сидим в пустом зале и ждем начало. Такое отношение в суде, конечно, для меня, человека, хорошо знающего, что такое российские суды, удивительно. Посмотрим, как будет проходить заседание. Ну что же, кроме улыбки ничего другого это не вызывает, да? Ну давайте все поулыбаемся над ее чувством собственной важности и идем дальше. Теперь, что касается брата Салтанат, на самом деле какое отношение у Натальи Грейс к брату, да? Она как бы говорит позитивные вещи, но нам с точки зрения невербалики мы же видим все между строк. Давайте полюбуемся, как на самом деле она относится к брату Салтанат. И первичный мой интерес был поговорить именно с братом погибшей Салтанат. Изначально я отнеслась к нему с большим уважением. Ну, уважением здесь, конечно же, и не пахнет. Сначала как бы немножко склонила голову, а потом продемонстрировала челюсть. То есть не было там никакого особого уважения. Она чисто символически, видимо, проявила какие-то знаки внимания, но цель у нее была явно другая. И цель была против него бороться. Ну, я не знаю, есть слухи о том, что она получила деньги за это видео, возможно, ничем другим это объяснить нельзя. Ну хотя, в принципе, можно объяснить это тем, что она попыталась словить хайп на этой теме, но настолько ставить под удар свою репутацию таким фильмом, я не знаю. Если она действительно планирует дальше работать, тут очень большие сомнения в ее вообще адекватности. Либо получила хорошие деньги, либо получается, что просчиталась по полной программе. Давайте дальше смотреть.
что он придал огласке, резонансу это дело, смог добиться рассмотрения в суде и так далее. Но в процессе общения я вначале почувствовала, а потом и нашла, к сожалению, для себя подтверждение тому, что за этим стоит, на мой взгляд, коммерческий интерес. И мне настало настолько не по себе. Смотрите, какие театральные паузы, вздохи. Ну, естественно, все для того, чтобы создать негативный образ брата Салтанат. Ну, для чего это делается? Если она действительно хотела рассмотреть все стороны и, ну, как бы с уважением, да, то нельзя было так относиться к потерпевшей стороне. Ну, ладно, это ее этические проблемы, да. Давайте идем дальше. Что я сказала об этом Айтбеку? Сказала, что вы, конечно, молодец, что вы ведете дело, но постыдно зарабатывать на смерти сестры. А вот здесь вот мы с вами видим манипуляцию. Это трюизм. Смотрите, она не доказала. Вообще, получается, она сейчас ставит в основу своего утверждения, что он зарабатывает на смерти сестры. И продолжает свою мысль, опираясь именно на это утверждение. В то время как это утверждение абсолютно не доказано. И она даже не попыталась его объяснить и доказать. Она просто взяла это утверждение. Это как вот сказать, что солнце, не знаю, солнце сейчас на самом деле оно светит, но я считаю, что оно не светит. И исходя из этого, я буду делать выводы, что раз солнце не светит, значит, я могу делать то-то и то-то. Вот примерно так же. Она нам просто сейчас сказала, что ну, свои какие-то досужие фантазии поставила в основу того, что дальше она стала развивать мысль. Поэтому имейте в виду, когда с вами входят в полемику и начинают ставить вот такие вот свои фантазии в основу, да, вот здесь нужно строго пресекать. Ну, конечно же, это ее фильм, и она, ну, кто ее остановит, да, и поэтому ее фантазия льется дальше. И из ее фантазии уже вытекает, насколько он плохой, а она хорошая, и она здесь начинает уже с собой сравнивать, какая же она прекрасная у нас женщина, которая просто вообще с такими моральными принципами, а вот он такой, ну вообще не будем сейчас обзываться эпитетами, идем дальше. У меня это недопустимые совершенно дела. Вы знаете, что я даже рекламу в свои видеовыпуски не включаю, вообще никакую, хотя я могла бы на этом зарабатывать очень неплохо. И есть вещи, на которых с моей частной точки зрения зарабатывать нельзя. Ну, юридически подстраховалась словом «с моей частной точки зрения», но хоть в чем-то подстраховалась, да? Сначала нагромождение всяких разных манипуляций, да, на своих фантазиях, а потом «с моей частной точки зрения», да? Ну, то есть вот это частный, большинство людей не услышит и не поймет, да, что это значит, но все услышат, что вот это вот основание, да, которое было произнесено, но как уже аксиома, которую не стоит доказывать, да, хотя на самом деле, ну, в чем доказательство, а его нет, потому что Наталья нам сейчас профантазировала. Что касается рекламы в ее блоге, ну, господи, ну, без рекламы это имеет ряд вообще причин, почему она не ставит реклам в свой YouTube канал. Ну, во-первых, потому что реклама отвлекает внимание, а на своем YouTube канале я посмотрела, она просто продает себя. Зачем ей продавать еще кого-то? Потому что себя она продает намного выгодней, и это понятно вообще любому автору на YouTube канале. Либо это делается ради того, чтобы брать рекламу, либо это делается для того, чтобы продвигать себя, как делают многие специалисты в любой сфере, во многих сферах. И это прекрасно понятная аксиома, которая
которую не нужно никому доказывать. Любой, вот у кого есть YouTube канал, вы, ну, подтвердите или опровергните мои слова. Если ты хочешь продавать себя, то зачем тебе брать рекламу, правильно? То есть здесь уже сразу она не берет рекламу не потому, что у нее такие правильные принципы, а просто потому, что ей это выгодно не брать рекламу. Второе, это может вообще в принципе к ней никто не приходит на рекламу, либо те цены, которые ей предлагают, ее не устраивают, опять-таки потому, что ей выгоднее продать свое обучение, там какие-то свои продукты, нежели продавать кого-то другого. Ну получается, что и это она ставит как в укор тому, что кто-то якобы продает память о сестре. Вообще придумала, сама расстроилась, сама обиделась, сама расплакалась, да, вот примерно из той же серии. То есть сидит, фантазирует на тему того, что вообще непонятно. Но знаете, меня больше всего в этой ситуации покоробил один факт. Вот здесь давайте посмотрим. Здесь вот просто, знаете, меня бомбило, вот пока я не вот сейчас я выпускаю, и вот я не понимаю, почему никто этого еще не заметил, почему не началась отмена. Как помните, это было с этой с Тодоренко. Давайте смотреть. Психологически больным человеком, да, вот который там берет камеру и говорит: боже, мой муж меня бьет. Ты чё, ну ты как бы, у тебя есть мозги вообще, как бы, что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать. Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил? Но женщина тоже должна нести ответственность за то, как она относится к себе, к своей жизни. Мне бы хотелось, чтобы в России приняли закон, который защищает права женщин и криминализирует домашнее так называемое насилие. То есть так называемое насилие. Вы понимаете, что сейчас сказал человек, который позиционирует себя психологом, который ведет тренинги? Это вот помните, какая отмена была Тодоренко, как она потом извинялась, как от нее отказались все рекламодатели, как вообще это, что это было? И то, та ситуация, это было совсем по-другому. Это когда там этот Прилучный, да, там со своей этой поссорился, да, и вот Тодоренко высказала свою наивную точку зрения, да, свою такую по-бабски точку зрения, и то, сколько ей прилетело. А здесь профессиональный психолог, который должен эту ситуацию знать изнутри, который не знать изнутри, а понимать любого. Вот к ней приходит клиентка вот такая, да, вот из этой ситуации, и что она будет ее поучать, как надо себя вести, вот чтобы это вообще просто оттас. Я когда это услышала, у меня, я просто чуть не упала со стула. Ребята, разве такое возможно для профессионального психолога? Кто она такая, что она такое говорит, что она несет? Ребят, слушайте, я не знаю, вот здесь вот меня реально бомбит. И я не знаю, делайте вот что-то, отписывайтесь от нее, ставьте дизлайки, там все что угодно, но нельзя такого допускать, чтобы профессиональный психолог нес такую пургу. Ребят, это просто выше вообще всего. Я не знаю, что, почему до сих пор ее не отменили, почему нет этого скандала, как был с Тодоренко. Тут вообще, ну просто пурга пургой погоняет, вообще оттас. Я не знаю, это абсолютно недопустимо. Напишите мне в комментариях, что вы считаете по этому поводу. И если вдруг я не права, я конечно же извинюсь, но здесь вообще вот по поводу этого я извиняться точно не буду. И может быть, я еще где-то, меня занесет вот по поводу этой особи, да, но вот здесь вот она абсолютно не права. И я знаю эту ситуацию. Когда вот Салтанат в такой ситуации была, это просто вообще, как можно вот такие вещи сейчас произносить вообще?
Это вообще оттас. Вот, знаете, меня сейчас просто бомбит по-человечески. И я вас призываю, сделайте что-нибудь против вот этого вот псевдопсихолога, да, который несет такую пургу. Это атас. И она работает с клиентами, к ней приходят, она коучит кого-то. Ребят, это что вообще? Что? Может, я что-то не понимаю, но объясните мне в комментариях тогда, если я чего-то не понимаю. Но здесь произошла вообще чудовищная вещь. Из уст такие вещи произнесены, из уст профессионального психолога. Атас. Да. Значит, следующее. Ну, конечно же, манипуляции, они строятся на жалости, конечно же, во многом. Там три составляющих, три основы могут быть для манипуляций, и одна из них как раз именно жалость. И на эту струнку усиленно давила Наталья Грейс. Она прям изо всех сил давила на эту струну, чтобы мы с вами пустили слезу. Давайте посмотрим. Родители Куандыка оставались в тени, а между тем это очень важные фигуры в этом деле. И они люди пожилые, которые сейчас переживают родительскую трагедию, страшный удар, горе, да, то есть будем объективны, если, например, абстрагироваться даже от личных качеств Салтаната и Куандыка, погибшая Салтанат увековечена одноименным законом, соответственно, родители ее получили пусть и горькое, но все-таки утешение, при том, что... Кстати, у этой Грейс есть дети? Вот если ее ребенка вот так вот забьют до смерти, ни в коем случае не желаю ей этого, но вот она себя вот может поставить на место родителей Салтанат, да, и на место тогда родителей тех, кого потом будут судить. Интересно, кому она больше жалости будет испытывать, да, когда человека больше нет, она призывает нас к жалости к тому человеку, который мерзко, подло, жестоко убил в течение многих часов, издевался сначала, а потом убил Салтанат. И вот она сейчас из нас выдавливает слезу в пользу того, чтобы мы сжалились над этим монстром. Это вообще чудовищно. Да, то есть вообще не учитывает другую сторону, да, страдания родителей, Салтанат, здесь вообще не учитываются. Учитываются только страдания родителей Бишимбаева. Ну да, конечно, давайте сейчас пожалеем этого монстра. Я искренне, с громадным состраданием говорю о том, что это произошло. И об этом больно говорить, и как бы я ни сказала, все равно я буду, наверное, для кого-то плохой. Но вот я... Еще какой плохой? Говорю об этом так, как чувствую. С другой же стороны, посмотрите, вот родители Куандыка испытывают явление, которое можно приравнять к социальной смерти. Социальной смерти. Вот как им жить? Интересно, а как родителям Салтанат жить? У них ребенок сейчас реально умер. Ребенок, которого они любили, которого они растили, они ждали внуков и так и не дождались. Да, вот, ну, конечно же, да, давайте сейчас все перекинемся на сторону бедного несчастного Куандыка, который вот по каким-то причинам в состоянии аффекта, по утверждению нашей псевдопсихологши. Я не знаю, как можно вообще тут состояние аффекта приплетать. Да, ну, слушайте, ну, дальше вообще просто картина маслом по манипуляциям. Я просто, знаете, сидела и угорала от ее манипуляций. Посмотрите, размазывание ответственности, как выглядит красиво, как в исполнении Натальи Грейс это просто доведено до полнейшего абсурда. Давайте смотреть. Ну, вот для меня, например, я человек верующий, в Библии написано... Ух ты, какой верующий, прямо аж плечико дергается. Написано так. Очень сильно я сомневаюсь, что она верующий человек. И что-то там у нее есть запрятано, что она бы не хотела наедине с Богом обсуждать.
меня это важное слово. Всякий, кто уразумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть, если ты видишь, что можно помочь, и не делаешь, что тебе грех. Ну, вот даже элементарные человеческие понятия. Я здесь немножко... Смотрите, забегает очки, это страх, попытка уйти. Переключусь знает, еще на то, что, скажем, вот в американской системе, в юриспруденции, в некоторых из штатов есть такое понятие, как процент распределения вины. Да при чем тут американская система, ребята? Это перед нами сейчас происходит размазывание ответственности, еще одна манипуляция, демагогия такая, знаете, вот в американской, а на Луне вообще другие правила, Наталья. Почему бы вам не слетать на Луну и там не получить какую-то консультацию, да? Может, там у них еще какие-то правила существуют? Давайте их тоже здесь применим. И, может быть, по лунным принципам. Вообще он прав. Да, вообще просто оттас, я не знаю. Ну, теперь давайте... Так, подождите. Сейчас посмотрим. Препарат под названием Атаракс. Ему предложили этот препарат для салтанат, потому что она была вот неустойчива. Слушайте, я просто, знаете, вот слушаю эту женщину, да, мать Бишимбека, Бишимбаева, извините. Да, и меня поразило, с какой вообще, с каким спокойствием, так обыденно она рассказывает о том, что они салтанат пичкали лекарствами, они поставили диагноз, да, они решили, что она неуравновешенная по каким-то причинам, как знаете, этот, в Ералаше, я когда Бишимбаева разбирала, тоже вам приводила этот пример, приходит мальчик с собачкой, говорит, моя собачка неадекватно реагирует на мои команды, да, а потом, а как вы командуете? Сидеть! Ну, то есть, вот примерно так, то есть, по каким-то причинам салтанат была неуравновешена, и мы решили, что ей надо пить лекарства, а потом на эти лекарства еще и наш любимый Куандык подсел. Ой, как, вот сучка такая, это, извините, вот это салтанат. Да, вот из-за своего неуравновешенного поведения нашего сыночку подсадила на лекарство. Вообще оттас. Она была в таком раздраенном состоянии постоянно. И смотрите, как она с удовольствием говорит, челюсть выше, отклоняется, челюсть вперед. Поэтому ему вот для успокоения предложили вот этот препарат Атаракс. Да, но там, знаете, вот потому, как она даже после смерти относится к салтанат, я вижу, как она неприязненно относилась к ней в жизни. То есть сейчас она упоминает, что салтанат была абсолютно неуравновешенная и все такое, да, а их сыночка, бедняжка, вот связался с такой ужасной женщиной, да, значит, ну, получается, и, ну, вот, относится мать Бишимбаева к салтанат с пренебрежением, свысока, и ей она очень сильно, ну, не нравилась точно, и сейчас продолжает не нравиться, это понятно. Теперь, смотрите, еще одна такая хитрая женская манипуляция, которую многие женщины используют, и, конечно же, Наталья Грейс, так как у нее весь фильм создан для того, чтобы нас склонить на сторону жалости к этому семейству, да, как она изо всех сил отрабатывает, я не знаю что, я не со свечкой не стояла, конечно, но наводит на мысль, что она там отрабатывает свои 30 серебряников. Давайте смотреть. Препарат под названием Атаракс. Ему Ой, простите, еще раз включила то же самое. Так, сейчас вот это. Ну вот я сижу, вот и вот, как мать, как защищаю его, что ли, как могу. Это нормально. Я увидела, что передо мной женщина, которая много месяцев плачет. У вас были огромные мешки там под глазами. Вы ничего им не ответили. Вы сказали, когда вот на вопрос, какого бы наказания вы хотели для сына, вы сказали, пусть суд решает. Да, как она
красиво, конечно, отмечает, что мешки под глазами, и это понятно. И по-человечески мне жалко этого человека, да, что сейчас действительно она и плачет, и все. Но а давайте подумаем, а каково родителям Салтанат? Вот кого действительно жалко? Мать Бишимбаева, да, она может пойти в тюрьму, она может увидеть своего сына, ее сын жив, ее сын выглядит прекрасно, невзирая на то, что он за решеткой, да, и в принципе с их деньгами он и за решеткой будет хорошо сидеть, да. А вот Салтанат больше нет, и ее родителям уже не суждено заглянуть в глаза своей дочери и ничего больше, понимаете? И все. Вот и все. И разница огромная разница между этими людьми. И вот сейчас давить на жалость. Нет, конечно, я по-человечески, я очень, у меня большая эмпатия, и мне очень жаль и этого человека. Но упоминать о родителях Бишимбаева без упоминаний, без того, чтобы вот то же самое делать в отношении родителей Салтанат. Кстати, у родителей Салтанат никто так и не взял интервью. Почему-то она и не попыталась. Она с братом связывалась, к брату у нее пренебрежительное отношение. Может, денег не дали просто. Вот не знаю почему, но почему-то она не рвалась особо брать там интервью. А здесь вот получается, мы взяли интервью и изо всех сил выдавливаем сейчас из слушателей и зрителей слезу, да. Дальше. Здесь, конечно же, еще одна манипуляция, которая называется ореол авторитета. Наталья у нас там обладает некоторыми дипломами в психиатрии или где. Ну, то есть она изо всех сил пытается выжать из себя специалиста в разных сферах и делает это с умным видом. Как говорится, самые большие глупости делаются с умным видом. Давайте пронаблюдаем на этот умный вид еще с чувством собственного важности. Как ЧСВ у нас раздуто, мы помним, да, по первому ролику. Если бы понты светились над Москвой, были бы белые ночи. Да, давайте понаблюдаем за Натальей Грейс, как она из себя изображает суперспециалиста во всех сферах. И у меня очень пытливые мозги, я стараюсь анализировать, наблюдать, прислушиваться к себе. Я четко чувствую ложь. С моей точки зрения, Куандык проявил обсессивное такое вот поведение, аффективное, то есть в состоянии аффекта действовал. Это его не оправдывает. То есть убивал 8 часов, это называется в состоянии аффекта. Потом пытался спрятать тело, это тоже было в состоянии аффекта. Конечно, конечно. Но умное слово обсессивное, она надеется, что нас как-то введет в ступор, и мы не станем спорить с высочайшим специалистом, если он знает такое умное слово. Давай, но это совсем другая форма выражения своих действий, чем спланированное злодеяние. Вот я прочитаю одну цитату, которую... Смотрите, убийство не называют убийством. Специально, да, чтобы не прозвучало. Слушайте, там явно вот оплачено это все, потому что она так старается понравиться этим родителям, да. Это не потому, что они согласились дать интервью, не потому, что она чувствует себя, ну, как бы, тут было бы равноценный был бы обмен, да, ей бы не надо было настолько нравиться им. А здесь она прям присмыкается перед ними, она даже убийство назвать убийством боится. Я считаю важным прочитать, что такое причинение смерти, да, по неосторожности. Причинение смерти по неосторожности. А здесь уже Наталья переквалифицировалась в юриста резко так.
Слушайте, прям специалист широкого профиля. Или убийство по неосторожности. Я считаю важным обратить внимание суда на то, что речь Куандыка Бишимбаева имеет явные признаки спутанного сознания. Что-то я не заметила там никакого спутанного сознания. Там прекрасное сознание, причем манипуляции там процветают. Мы с вами делали разбор его описания того, как это все было. Там очень все продумано, и никакой спутанности сознания там абсолютно нет. А Наталья нам фантазирует и пытается с помощью ореола авторитета создать вот, ну, то есть, знаете, есть еще такие фишечки, когда там надеваешь белый халат, тебя воспринимают как врача, например. Ну, там вот такие вот фишечки она как раз использует. Когда в речи используешь специальные термины, то ты как бы становишься отчасти специалистом. Поэтому, если вам надо произвести какое-то впечатление, просто выучите несколько слов таких вот специализированных, да, и ну, в одежду просто добавьте элемент того, что вот профессионально используют люди именно этой, ну вот, деятельности, и будет вам счастье. Это манипуляция чистейшей воды, поэтому не поддавайтесь на это, и мы с вами идем дальше. Ну, то, как они очерняют Салтанат в этом фильме, это просто, знаете, я считаю, что потерпевшей стороне надо как-то выдвигать обвинения в этом случае, потому что, ну, это просто, вот, знаете, ни в какие ворота не лезет. Мало того, что, ну, она как психолог себя показала никакой, да, вот она призвала, что жертвы насилия должны сами себя контролировать и прочее. Тут она еще и очерняет, вот они вместе очерняют Салтанат. Причем, знаете, вот я когда смотрела, это человек, вот Салтанат, она себя как вот жертвой в этой ситуации полностью была. Она себя принесла в жертву. Вот знаете, она отчасти святая вот для меня. Да? Она боялась от него уйти, потому что он там без нее пропадет. Ну, то есть она наоборот, вот вся старалась его спасти своей любовью. Да, я понимаю, что это неправильное поведение, я понимаю, но она не руководствовалась именно алчностью. Она руководствовалась именно тем, что она любила. Это была, да, любовь, она была там, это, об этом можно много говорить, но обвинять ее сейчас в алчности, это не было главным мотивом для того, чтобы она оставалась с этим человеком. Ну, судя, по крайней мере, по ее перепискам с подругами, по тому, как она себя вела, как она возвращалась к нему, она возвращалась не потому, что у нее не было денег, она зарабатывала нормальные деньги, она была не из бедной семьи, у нее все было, она возвращалась к нему, потому что она его любила, как могла. А здесь получается, сейчас выворачивают все наизнанку, и ее просто так очерняют, что я послушала, мне стало реально противно. Давайте посмотрим. Значит, если она оставалась в отношениях, я позволю себе предположить, что она имела от этого какую-то выгоду. Возникает вопрос, любила ли она Куандыка? Вот любила ли она его? Я оставлю этот вопрос открытым. Меня никогда не интересовали чужие семейные дрязги, но здесь дело шире, чем просто семейные дрязги. Вот так вот самое. Вот я, у меня... Смотрите, во-первых, какое она имеет сейчас право судить и ставить этот вопрос вообще под сомнение, любила ли она? А сама-то она кого-то любила когда-нибудь? Вообще, кроме того, смотрите, как она тщательно наталкивает родителей на то, чтобы они сказали что-то плохое. Они, может, и не сказали бы, если бы вот эта вот Наталья Грейс не пришла и не подтолкнула. Вот знаете, как искусительница такая пришла и вот прям натолкнула их на нужную мысль. И сейчас мы услышим одну из мыслей, да, от родителей. Состоялся диалог с ней. Вот я как-то слушаю Салтанат, говорю, если вы не можете жить друг с другом, оставьте друг друга в покое вот так вот. Ты же вот постоянно говоришь, что ты уеду в Павлодар,
ну давай, тогда я тебя отвезу в Павлодар. Я, правда, после операции был. Вот так отвезу в Павлодар. Она мне что ответила? Что, я дура, что ли, говорит? У меня есть квартира, говорит. У меня есть муж, который меня обеспечивает. У меня есть ресторан, говорит. Где-то. Вот. Я был ошарашен вот ее ответом. Вот. А я говорю, а где же, говорю, семейный уют? Ведь семейный уют зависит от женщины. Женщина создает семейный уют. Говорит. А где, говорю, любовь, ласка, говорю, вот так вот. Где забота о муже? Я так послушала и поняла, что Салтанат была должна не только Куандыку, но и его родителям всегда предъявлять доказательства своей любви и прочее, прочее. Атас, в таком змеином гнезде бедная девчонка жила, я вообще в шоке. Ладно, идем дальше, следующий фрагмент. Когда изучали его телефон, исследовали Айпека, то там было написано, что отец у меня маньяк, я маньяк, и я его убью, Куандыка. Это его слова, это вот он в переписке Салтанат, это вот так. Это на суде зачитывалось? Это зачитывалось на суде. А этому придали какое-то значение? Ну, он объяснил, когда наш адвокат спросил, что такое маньяк, он говорит, вы не в том смысле поняли это слово. Маньяк – это значит заточен на своем деле. Вот так вот он написал. Угу. Свои слова. Это были его слова. Это... Там... Смотрите, с каким удовольствием она это говорит. И челюсть подняла, презрение, челюсть в сторону. И никакой подавленности. Вот вы знаете, если бы действительно это было так, если бы она действительно этого боялась, она сейчас рассказывает о том, чего она по большому счету должна бояться, да, и вот это вызывало бы в ней другие эмоции, челюсть бы вверх не шла. А это, когда говорится с поднятой челюстью, это говорится о том, что эта информация для нее, это оружие для того, чтобы сейчас нам с вами доказать, какие они мерзавцы. Но это совсем не вызывает в ней страха или каких-то вещей, ну вот чего-то того, чего стоило бы бояться. Поэтому она сама к этому всерьез не относится, это не всерьез, и она это прекрасно понимает. И в принципе, а сейчас вот она это проговаривает только для того, чтобы создать в нас определенное настроение. Поэтому не ведитесь на это тоже, не обращайте внимания. Она с таким удовольствием это сказала, что здесь уже, ну, как бы для меня понятно, что это было просто сказано для того, чтобы показать, насколько плохая сторона противная, да, и насколько мы все здесь хорошие, да, и полюбуйтесь нами, мы такие классные, белые, пушистые, да, ну вот только так уж получилось, что их сын жив, да, и он как раз убийца, да, значит, следующее, ну, вранье вот, которое было произнесено со стороны родителей, это просто, знаете, зашкаливает. И причем, знаете, вот на таком бытовом, тупом уровне, да, вот они сидят и врут, просто по-настоящему просто врут. Давайте одно из этого вранья, давайте посмотрим. Куандык до встречи Салтанат очень большое внимание уделял спорту. Я где-то подъехал часов... Ну, то есть она говорит, что до встречи с Салтанат он занимался спортом, но, судя по всему, когда он ее встретил, он перестал заниматься спортом. Ну вот, исходя из того, что она сейчас сказала, да? Теперь давайте... В 7, а я... У меня было несколько встреч, потом я заехал на спорт, буквально там на полчаса вышел оттуда... И вот я со спорта помню, что она все время мне заказывала какой-то деодорант, я не помню. Куда-то она звонила и всегда должна, ну как-то вот, не помню, онлайн или где она заказывала. Я ее несколько раз попросил до этого, у меня кончился, ты не могла бы заказать его. Она обещала, что бросит его в спортивную сумку, я как раз когда одевался, увидел, что его нет. Написал ей, ты забыла положить, она говорит, да, я забыла заказать и так далее, там такой у нас диалог. Я почему говорю об этом, потому что у меня, ну, видимо, после спорта белая рубашка на мне была, и она запачкалась. Я заехал тоже в магазин и
на концерт такой грязной рубашки не хотелось идти. Я поменял рубашку. Ну, то есть он рассказывает, что даже в день убийства он заезжал на спорт. То есть спортом он занимался, занимается и будет заниматься, даже если будет сидеть. То есть это вообще никак. А в это вот сейчас мать его сказала, что вот до Салтанат он такой хороший, занимался спортом, а как ее встретил, так и бросил. Не, ну этого она не произнесла, но это понятно из контекста, да, что он вот занимался спортом до Салтанат, то есть после Салтанат он не занимался спортом. Еще момент, который тоже, ну, откровеннейшее вранье, которая вот, ну, я понимаю, что любой родитель, да, он считает своего ребенка самым лучшим, самым замечательным и самым добрым человеком, самое главное. Ну, давайте посмотрим. Он добрый человек, я вам говорю, заботливый, добрый человек. Я вот как мать считаю, что он не мог этого сделать. Не мог вот так хладнокровно взять и преднамеренно вот это убить. Каким-то образом он вам препятствовал звонить в скорую помощь? Телефон у вас отбирал? Может, в комнате вас изолировал, где телефона нет? Жок, он даже добыл, он жок. Нет, такого случая не было. Не выпускал, чтобы вы помощь не позвали? Жок. Нет. Вечером, когда я не обнаружил... Ну вот, смотрите, соучастник, да, который... почему он не вызывал скорую? Вот если бы не Бишимбаев, да, я уверена, что он бы точно вызвал скорую. А Бишимбаев, он настолько обладает авторитетом, даже сейчас, когда этот дает показания, да, челюсть склонил очень низко, и еще больше, и там сейчас будут еще признаки страха, вот даже находясь за решеткой, как бы в разных местах, да, он все равно безудержно боится этого человека, этого доброго, отзывчивого человека, про которого сейчас мама сказала, что он добрый, белый, пушистый, да? А почему же все так его боятся? Не только он. Давайте наблюдать за реакцией вот этого соучастника, да? Там просто звериный страх. Он боится, я уверена, что больше всего на свете он боится гнева этого доброго человека. Нужен пульс, я, не дожидавшись команды Бишимбаева, вот вы так сказали, команды, сам позвонил в скорую. До этого вы всегда исполняли команды Бишимбаева? Я? Да. Да, там самостор, но ведь да, ранее я выполнял его задание. То есть любые команды... Он даже не понимает иронии. Он действительно исполнял команды. Он действительно исполнял команды. Он не зря сказал «команды». Потому что это были команды, потому что он всех, с кем общался, он доводит до состояния рабов просто. Команды Бишимбаева всегда исполняли? Чему с хабой данстой? Ну, в связи с работой. Смотрите, как он аж отступает. Это жуткий страх в отношении Бишимбаева. То, что связано с работой. Не дай бог такую работу, ребята, там, я не знаю вообще, кто в курсе этой ситуации, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я уверена, что там вот, там, где он работал, Бишимбаев, да, там был такой вообще, вот, знаете, такое напряжение, как, я просто это пережила, и я помню, что вот такое напряжение, когда ощущение, что сейчас вот топор просто... Поставь, и он зависнет в воздухе от этого напряжения. Вот постоянно, когда ты в этом находишься, нервы просто сдают. Вот я была тоже вот общалась с таким же человеком, да, как Бишимбаев. Он казалось бы, внешне вот все окружающие думали, что он милейший человек. А когда мы приходили домой, дети прятались по углам просто, и я чувствовала, что напряжение, вот как топор повесь, он будет висеть. Вот это до такой степени. Особенно еще, когда его мама приходила, это просто атас. Вот то же самое. Я так сейчас вот чувствую напряжение вот этого соучастника, да, что я понимаю, что там вообще какая скорая, какая самодеятельность. Там просто вообще, тут даже посмотреть в сторону телефона нельзя было.
Вот и я все это выполнял его указания. Скажите, пожалуйста, в какую часть вашего лица она попала, вкинув вас сотовый телефон iPhone 14? Как вы отреагировали на данную ситуацию? Еще помните, вот когда мы разбирали Бишимбаева, у меня на канале видео первое вот по этому делу, где я разбирала его показания Бишимбаева. Так вот, я в первом же ролике обратила внимание на то, что адвокат его очень сильно боится. И вот, пожалуйста, давайте еще раз пронаблюдаем вот эту ситуацию, насколько адвокат боится. Он готов ставить под удар свою репутацию, свои вообще, там, не знаю, пусть кем угодно меня все окружающие считают, только главное угодить этому доброму человеку. И тут, вот знаете, за деньги бы он так не унижался, просто за деньги, он просто реально его боится. Безумно боится. Ну, она попала под глаз, вот там и появился потом синяк. Нанесение, вот по вашему выступлению было понятно, нанесение телесных повреждений подсудимым. Потерпевшей вызвана как защитная реакция на издевательство и тяжкие оскорбления со стороны потерпевшей в адрес подсудимого, а также длительными систематическими психотравмирующими ситуациями, возникшими в результате поведения потерпевшей. В этой связи скажите, пожалуйста, имелись ли факты издевательства и тяжких оскорблений со стороны потерпевшей в ваш адрес? Смотрите, как челюсть. После показания самого. А каких именно показаний? Уточните, пожалуйста. Потому что он все время говорил, что она довела до такой ситуации, что было именно произошло данное событие. В этой связи задаю вопрос конкретно. Можете ответить да или нет? Если да, тогда. Видите, адвокат говорит очень неуверенно, тихо, потому что он понимает, что он непрофессионально сейчас это все поднимает. Он с точки зрения профессионала, да, это незначительный элемент, это не имеет большого отношения к делу, это вообще скорее даже не надо упоминать. Но Бишимбаев это захотел, и адвокат это выполнил. Прошу более-менее развернуто разъяснить. Так ваш вопрос все-таки непонятен. Когда, при каких обстоятельствах, что вы вообще имеете в виду? Это у вас вопрос такой абстрактный, непонятный. Вот, по объему обвинения, давайте еще раз уточню, что объем обвинения всем определен. 340-ю статью Уголовно-процессуального кодекса вы все прекрасно знаете, будучи юристами квалифицированными. Пожалуйста, в объеме обвинения по показаниям подсудимого можете задавать вопросы. По объему обвинения, уважаемый суд. Можно я отвечу на ваш вопрос? Я понял вопрос. Я в своих показаниях давал, когда выступал на прошлом заседании, я говорил о том, что 20 и 9 Салтанат переходила границы, начинала оскорблять меня, сравнивать меня со своими бывшими отношениями и так далее. Я говорил это и во время следствия на семистраничном рукописном. Кстати, это не мой почерк. Смотрите, какой вздох облегчения со стороны адвоката. Бедный адвокат. Следователь записывал с моих слов. Я об этом говорил. Да, она для нее оскорблять человека, это вот она даже не понимала, что она это, ну, что она делает, да, и как-то эмоционально очень становилась холодной. Ну да, эмоционально становилась холодной. Наверное, она эмоционально просто стала холодной в тот вечер. Ой, я вообще в шоке. Давайте еще послушаем очередную порцию от его мамы. Какая Салтанат плохая и какой он хороший. Да, давайте. Вот у меня сын был совсем не такой вот до ее встречи. А что изменилось после встречи с Салтанат? Вы знаете, он стал как-то замкнут, стал. Он стал раздражительным, стал. И вот самое страшное, вот вы знаете, вот они стали обе пить. Вот он не пил у меня. Я не скажу, что он совсем не пил. Нет, он пил, когда встречался с друзьями. Это было нечасто. А вот здесь вот я уже стала наблюдать, что это вот стало как-то норм, что ли. А как часто они выпивали вдвоем? Ну, почти каждый день. Да я не знаю, каждый день, не каждый день, но мы-то уехали. Расслабиться обязательно, бокал вина и так далее.
Ой, ребят, ну изо всех сил стараются испортить репутацию Салтанат, показать, что их сынок такой замечательный, белый, пушистый. Но здесь вот для того, чтобы вам показать, насколько это все вранье, я буквально два слова скажу вот по натальной карте, потому что мне кто-то из вас в комментариях написал время его рождения. Поэтому здесь я смогла наконец-то посмотреть по его натальной карте, там и асцендент, и асцендент у него в раке, и это говорит о его мнительности. Но самое главное, что я хотела бы вам показать здесь, сейчас секундочку себя уберу, смотрите, его луна в оппозиции к луне находится Марс. Это признак того, вот, кстати, девчонки, у кого у мужчин вот такая оппозиция, знаете, что мужчина невротик. Причем эти все, ну вот вся, весь этот невротизм, да, он от мамы. И вот здесь они могут рассказывать, какой он белый, пушистый и замечательный, но он психопат еще тот. Но нет, ну я не скажу, что у всех это прям так проявляется, да, это может быть какая-то скрытая невротическая какая-то реакция, да, то есть он может не показывать, он, ну, иногда просто он взрывается, и не показывать такой ярости, да, но все равно в любом случае эмоционально каждая мелочь его будет задевать, и он будет взрываться по поводу каждой мелочи. И куда он направит свою ярость, это неизвестно. В данном случае, да, мы знаем, куда он направлял свою ярость, и мы это прекрасно видим. Но вот каждая мелочь его будет раздражать, вот когда оппозиция Луны с Марсом. Имейте в виду. И если вы с ним будете в близких отношениях, ну, с любым мужчиной, у которого такая оппозиция, имейте в виду, что вы можете быть вот этим вот, ну, скажем, куда он будет направлять, да. Кроме того, там не только эта ситуация пугает. Ну, а Луна в оппозиции с Юпитером, это тоже перепады настроения, приступы лени, щедрости, религиозности. Ну, это как бы еще в допусках, да. Но, знаете, еще получается, вот здесь вот у него прям целая куча планет, и все они в оппозиции с Луной. Ну, это не планета, это северный узел. Значит, смотрите, северный узел — это то, куда человек идет, да. А получается, раз он в оппозиции с Луной, то в соединении с Луной находится южный узел. Это его навыки, его умения. Это тоже, где ему комфортно. И получается, с мамой комфортно, да, а с женой будет вот ситуация такая, что с женой ему надо от мамы отрываться, да. И вот здесь как раз и получается, что мамины установки в полной противоречии с его миссией, понимаете, его миссия совершенно в другом. И вот это вот вся, и Марс, и Юпитер, и его узел находятся во Льве. Это прям, знаете, человек, который должен быть лидером, да, а мама его старается держать вот прям рядышком, рядом с собой. И это, ну, такая гремучая смесь, очень гремучая, очень сложная смесь. И это все Тау квадрат получается на Уран. Это взрывы, это непредсказуемые действия. Но, в общем-то, здесь что самое главное хочу сказать, самое главное, что вся, вообще весь негатив, который есть в Куандыке, ну, большая часть этого негатива, она идет именно от мамы, понимаете. И вообще вот я наблюдаю за, ну вот, за детьми, да, детьми и их мамами, да. И часто, когда ребенок какой-то неуравновешенный, психованный и так далее, это все вот прям, даже если мама на первый взгляд интеллигентная и все такое, когда ты начинаешь с ней общаться, ты видишь, что, например, она там плохо обо всех говорит, да, она такая вся интеллигентная, белая, пушистая, да, но она вот, когда о ком-то, об общих знакомых начинаешь с ней разговаривать, она будет говорить только плохое. Она вот, знаете, вот такая скрытая агрессия, которая передается обязательно ребенку. Поэтому если ваш ребенок плохо себе, ну вот как-то ведет себя не совсем так, как вам хочется, ну не то что как хочется, так как нежелательно, да, обращайтесь в первую очередь сами к психологу. Это я к маме
мамам обращаюсь, потому что вот здесь вот при такой конфигурации, да, получается, что ему бы с психологом работать, и очень много работать, и как вот Салтанат писала подруге, что он к психологу ходит для того, чтобы рассказать, какой он крутой, да. Здесь надо еще, чтобы психолог был ментально, ну, выше, что ли, да, чтобы обладал каким-то авторитетом, но он же не пойдет к такому психологу, он пойдет к тому, который будет гладить его по шерстке и говорить, что ты замечательный, это все остальные плохие. Но на самом деле там вот с точки зрения эмоций, да, психической жизни его, там очень много чего надо разруливать, да, и вот в первую очередь вот эти вот его взрывные реакции, они обусловлены четко по натальной карте. Ну, то, что Солнце в оппозиции с Плутоном, это мы уже на первом разборе, да, затронули, а вот, вот эта вот эмоциональная его сфера, там просто тоже вагоны, маленькая тележка проблем. И то, что она, вот мать его сейчас рассказывает про то, что он белый и пушистый, никогда в жизни не поверю при такой оппозиции к Луне. При таком большом количестве планет в оппозиции к Луне. Если бы он действительно работал с психологом и действительно раскрывался бы и работал над собой, да, может быть. Но то, что мы видим, он сначала сделал преступление, да, посидел там, как-то избежал наказания и во второй раз опять совершил преступление. То есть человек, и все это у него потому, что вот он не умеет себя контролировать. И в первую очередь источник этого всего – это его мать. Как ни крути. И сейчас, нет, не хотелось бы сейчас как бы ее обвинять в чем-то, но сейчас вот то поведение, которое демонстрируют нам родители Куандыка, вообще неприемлемо, вообще. И вот особенно неприемлемо ведет себя эта Наталья Грейс. Это просто вообще, знаете, ну, в первую очередь я этот ролик сделала для того, чтобы показать вам, ну, это вообще отвратительное, неправильное поведение Натальи Грейс. Она такие манипуляции, такие вообще надстройки. Ну, родители еще куда ни шло. Они даже врут, но они просто ложь во спасение. Да? Их еще можно хоть как-то понять. Да? У них, они хотят спасти сына. Но что движет этим человеком, вот Наталья Грейс, я вообще не могу понять. Вообще, вот понимаете, тут, ну, либо это деньги, да, либо я не знаю, что это может быть, но это полное отсутствие профессионализма и человеческих качеств, и эмпатии, и вообще здравого смысла. Ну, напишите свое мнение по поводу вообще всего моего разбора, что вы считаете, может быть, я в чем-то не права, но только, пожалуйста, хотя пишите все, что считаете нужным. Да, я с удовольствием читаю ваши комментарии. Благодаря вашим комментариям, кстати, я много чего, ну, вот, за собой наблюдаю, да, и стараюсь становиться лучше. Поэтому пишите комментарии, даже если это критика, надеюсь, что она будет конструктивная и сделает меня лучше. Да, а я с вами на этом буду прощаться. В общем, не забывайте поставить лайк видео, я очень старалась. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Если вам интересно разобраться в себе или в ваших отношениях, пожалуйста, welcome на консультацию. Либо вы можете сами изучить вот это вот. Это очень легко. Я сделала такой мини-курс, очень легкий, как читать натальную карту. Если хотите, присоединяйтесь. И вот, кстати, вот этот аспект, который я показала, я в первую очередь для тех, кто у меня учится на этом курсе, я вам всегда какие-то фишечки в разборах показываю, да, и я надеюсь, что благодаря этим фишечкам тоже вы вот больше разбираетесь в натальных картах своих. Ну, то есть, я надеюсь, что этот мини-курс вам тоже помогает. Поэтому разбирайтесь в своих отношениях, и я не скажу, что вот обязательно это должно было, вот, ну, даже вот эта оппозиция Луна с Марсом, да, она не обязательно приведет к такому результату, но просто надо учитывать эти факторы, да, надо понимать, что человек будет раздражительным, да, и вот с этим как-то надо работать, да, а, ну, как бы вот, вот так вот. Да, ладно, я все отвлекаюсь и отвлекаюсь. В общем, желаю вам всего самого хорошего.
Надеюсь, что этого убийцу осудят, и он получит максимальное наказание. А вам всем, чтобы не сталкиваться с такими уродами. Да. Ладно. Все. Пока-пока. До новых встреч.